Ну что, ребята, всем доброе утро. Сейчас у нас 6 утра, а 11 часов уже в Иркутске. Мы проснулись. Ну что ж, мы сейчас уже пришли на море. Вот. Собственно, море. Ради чего мы прилетели. Как видите, сейчас на море полный штиль. Волн нет фактически. И вообще, море очень-очень спокойное. Идем сейчас, ищем кафешку, но очень рано еще, на самом деле. Поэтому просто пока идем, не знаю куда. Вот, как видите, тут везде пальмы, Настя. Я обожаю пальмы. Просто красота. Смотрите, что сейчас Настя надувает. Вот такой вот круг. Он внутри с перьями. И сейчас посмотрим, как она его надует. Но он очень-очень классный, как вы можете заметить. Посмотрим сейчас, когда... Она его надует, как он выглядит. Смотрите, взяли сейчас такую вот кукурузу. Стоила она 100 рублей. Такая вот кукуруза. Пришли также на пляже вот в такое вот кафе. Смотрите, тут есть шаурма, сейчас хотим ее взять. Есть чизбургеры, но мы хотим взять только шаурму. Вот. И вот, смотрите, такое вот кафе. Тут сразу пляж, очень-очень много народу. Вот такая вот шаурма у нас, смотрите. И сидим мы сейчас в кафешке прям на берегу моря. Настя, как тебе? Вкусно. Смотрите, кстати, какая у нас есть надувашка. Фламинго, вон Настя с ней плавает. Так вот она выглядит, это вообще по стаканник, но он прикольный. Тут у нас такой вот круг. Смотрите, какой у нас есть милый фламинго, вот так вот он выглядит. Это вообще по стаканник, но он реально очень классный и подходит к кругу. Вот у нас, собственно, персики и абрикосы. Будем сейчас кушать. Уже Настя попробовала, сказала, что очень-очень вкусные и сладкие. Смотрите, какие милые тут шляпы, панамы, авокадо, вот, с котейками. Это на рыночке возле моря. Мы тоже сейчас гуляем тут по рынку. Смотрите, какие милые пантеры, авокадо. Сверху огромные-огромные акулы. Тут рядом чай. Очень много всего. У нас и такая пантера дома есть. Вон, смотрите, лягушка. Вон, привет. Смотрите, вот мы пришли в Фикспрайс, и сейчас посмотрим, что там есть. Я вам тоже покажу. Погнали. Сейчас мы выбираем тут шампунь. Возьмем такую вот маску попробовать за 70. Взяли сейчас такой вот шампунь попробовать. 99 рублей стоит. И еще вот такую вот маску. В Фикспрайс нашли вот такие вот надувные мечи с перьями, как у нас есть круг. И также нашли еще вот такие круги разные. Вот не знаем, что взять. Вот такой вот круг мы в итоге взяли. Покажу вам потом, когда его надуем. Стоил 149 рублей. Диаметр 80 сантиметров. Выбрали такой фиолетовый. Смотрите, кстати, какую тетрадку я купила. Тетрадка в клетку. 18. Смотрите, брелки попыт. Это такой вот... Все по 30 рублей. Все по 30. Очень-очень много разных брелочков. Simple Dimple брелки. Вот. Вот, смотрите, тут разные магнитики. И написано все по 30. Чего тут только нет. Просто посмотрите, как много тут всего. Вон, попыты по 30 рублей. Магниты. Сейчас мы пришли в Пятерочку, Настя выбирает мороженое. Что ты выбираешь? Я тоже хочу какое-то мороженое, наверное. Так, посмотрим. В итоге я взяла вот такой вот пломбир ванильный в глазурь. Да, мы взяли с Настей попробовать, потому что я такое мороженое еще ни разу не пробовала именно вот этой марки. Так, пришли домой, хочу вам показать поближе, что мы купили сегодня в Фикспрайсе. У нас, конечно, сегодня такие, знаете, день на чили, потому что первый день, как мы приехали. И как раз-таки сегодня мы никуда не едем, но покупочки мы сегодня совершили и очень-очень много сегодня кушали. Не знаю, почему так. Обычно у нас такого не бывает, но реально. Вот первое, что мы купили, это Настин телефон.
Вот такой вот. А тут пароль, смотрите. Кто хочет обзор, что у Насти в телефоне, чтобы я сняла и показала вам, пишите в комментариях, обязательно сниму. И у нее такой вот классный чехол. Она сейчас тут надувает, сидит круг. Паста у меня закончилась, поэтому решила взять в Фикспрайсе вот такую вот отсплат. Дальше у нас, смотрите, циндол. Представляете, циндол из усолья сибирского. Кто не знает, я из Иркутской области, из Иркутска. И как раз-таки циндол тоже из Иркутской области в Сочи. Представляете, это просто очень странно, потому что я даже такого в Иркутске у нас не покупала. Back to school немножко. Потом дальше, что мы еще купили? Это вот такой вот кофе растворимый. Дальше идем. Вот такой тоник, потому что тоник я дома забыла и решили попробовать. Не знаю, хороший он, не хороший. Посмотрим, узнаем, но тоник мне очень нужен. Вот такой вот решили тоник взять. Я вам показывала. Взяли вот такой вот шампунь, кокосовый баланс. Ну и, собственно, все, да. Тут наша расчесочка. И все, все покупочки я вам показала из Фикспрайс. Вот такие конфеты взяли, они похожи чем-то на Рафаэлло, они кокосовые, но, честно, мне не очень нравятся, они прям очень-очень сладкие. Но Настя обожает их. Вот так вот он выглядит, фиолетовый, и, в принципе, такой, знаете, небольшой. Сейчас вам покажу в сравнении с нашим сердечком. Вот такой вот круг сердечка, и вот теперь вот такой фиолетовый в горошек. Два круга, теперь будем ходить с ними на пляж. Но, кстати, сердечко, он больше, можете заметить. Стоил 199 рублей, и это стоил 149. Вот, пришли сейчас, смотрите, кушать. Будем выбирать что-нибудь. Так, вот сейчас будем пробовать. Я беру себе вот такую вот ножку. Семейную. Настя, ты что будешь? Я? Вот сейчас будем пробовать. Пришли сейчас на море полюбоваться закатом. Посмотрите, как красиво. Какая красота. Смотрите, кстати, у меня светятся лимоны. Представляете, на футболке авокадо и лимоны у меня светятся. Вау, вот это да. Смотрите, какой смешной миньон.